Дорогие друзья, хотел бы поставить точку в многочисленных слухах и публикациях про мой уход из области и перевод на работу в федеральные структуры. Меня в Иркутскую область назначил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Выиграв выборы, я по сути заключил 5-летний контракт с жителями Иркутской области, согласно которому я должен выполнять данные обещания и поставленные, в том числе президентом, задачи. 2 года – ничтожно малый срок, чтобы подводить итоги. Поэтому и уходить куда-то, не выполнив обещанное, я не планирую. С министром МЧС Александром Вячеславовичем Куренковым у нас сложились доверительные, хорошие отношения. Но это вовсе не значит, что за спиной у жителей Иркутской области я веду какие-то переговоры. Попросил бы настоятельно средства массовой информации, телеграм-каналы перестать эксплуатировать эту тему и распространять слухи. Я работаю в Иркутской области на благо жителей Иркутской области и выполняю задачи, поставленные президентом, и напутствие жителей Иркутской области. Спасибо всем.